Январь 1944 года. Город Бердичев, Украина. Ожесточенные бои идут между солдатами советской армии и фашистами. Наряду с остальными воюют и казахстанцы. Среди них уроженец Южно-Казахстанской области Еричепай Молдабаев. Отважный боец, младший сержант в возрасте 19 лет, уже командовал отделением 545-го стрелкового полка 389-й Бердичевской стрелковой дивизии. Здесь, при взятии Бердича, он первым ворвался в траншею врага и уничтожил гранатами из автомата 5 гитлеровцев. Немного позднее, при форсировании реки Висла, отличился особым героизмом. Его лодка попала под минометный и пулеметный огонь противника. Трое товарищей были ранены и начали тонуть. Молдабаев бросился в воду, вытащил их и доставил на берег. Двое суток, не имея связи с полком, Молдабаев в числе 11 оставшихся в живых на западном берегу отбивал контратаки немцев. В неравном бою им удалось отразить 9 контратак. За проявленные мужество и героизм младшему лейтенанту Еричепаю Молдабаеву было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.